Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Подсобиралась вся такая кучка монеток, я подкладал. Сейчас попробую перебрать, что тут у меня получилось. Десюлики я только 92-го, 94-го, 96-го я только мне дают. Я только такие беру, ну и там 5 копеек было. Копейки бывают какие-то по 50 копеек, тоже я только такие года выбираю. Сейчас переберу эту кучку, посмотрю, что с ней получится, что интересного попадется. Перебрал я монетки, вот что у меня получилось. 3 пяточка, они уже не ходят во выходе. Также копейка и по 2 тоже уже не ходят. Десюлик. Наверное, где-то под дождь попал такой. 10 копеек 96 года. Я тоже их отложу. Такая куча 94 года. Такие еще 10 копеек. Ну, это самодельные, кто-то делал специально. Вот уже такой поинтереснее 10 копеек. Здесь вот такая непроштамповка. Не знаю, стоит что-то, она не стоит. Я по монетам не очень. Что-то мне не очень понравилась эта тематика. 50 копеек во втором штампе. Тоже их откладываю. Такая куча насобиралась. Потом 10 копеек. Вот. У меня их штучки 4, может, уже редко попадается. 10 копеек 92-го с крупным ртом. И 3 штучки хорошим, идеальном состоянии, как говорится. Штемпельном леске. Ну вот так вот по 10 копеек 92, может, когда-то еще поперебираю, еще как-то там порассмотрю их. Но особо я этим не увлекаюсь, так аж прям попробовал, не мое. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Так вот.